Всем привет, ребята! С вами снова я, Мамилон Глэкс. И сегодня мы будем распаковывать вкусняшки, которые мне привезли с одного интересного магазина. Сегодня у нас будет распаковка вкусняшек от маленькой до большой. Я заказал коробку, скоро нам ее принесут. И уже, наверное, скоро. Сейчас. Бам! И вот она. Уже вот эта коробочка. Смотрите. Конечно, вы ее не увидите полностью, но эта коробка, не знаю. Короче, вот эта коробочка нашими вкусняшками. Видите, вот эта коробочка. Давайте посмотрим, что в ней. Для этого мы должны открыть коробочку. Так, а мы с помощью ножничек. Сейчас достанем. Смотрите. Вот, смотрите, вот, открываем. Так, немножко отдираем, давайте. Смотрите, там что-то есть. Давайте. О, я лучше вам не буду там. Вау, что за вкусняхи. Короче, ребят, сейчас будем начинать доставать. Могу вам только сказать. Бам! Успели? Да или нет? Кто успел, тот молодец. Короче, это у нас будет подставка или что? Не подставка или что? Не знаю. Начинаем с маленьких. Что у нас там маленькое? Ментос. Смотрите, вот ментосик. Давайте же его откроем. Так. Вот, один ментосик. Давайте его попробуем. Ребят, это вкусно. Это мега вкусно. Вкусно чернь. Просто уже у нас есть, кажется, победитель. И не победитель. Обычно у нас вот такая вот мега маленькая жвачка Ментос. Очень вкусно. Ребят, одну вкусняшку из коробки, даже несколько, которые останутся, я разыграю, могу разыграть среди вас. Вы получите это все бесплатно. Ну, часть, конечно, но бесплатно. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно это достаточно поставить лайк и подписаться. Ничего сложного. Вы это сделаете, а мне будет приятно. Ребят, прошу, пожалуйста, наберите 600 лайков. Прошу вас. Омега. Конечно, понятно, что я не снимала месяц, а снимаю через месяц. Сейчас я буду пытаться активно снимать, потому что скоро школа. Но поэтому я не могу снимать. Короче, ребят, жвачка. 10 из 10, даже 11. Следующее у нас. Берем. Маленькая следующая тоже. Так, что это маленькое? Я не могу понять. Что-то квадратное. У нас еще много чего будет. Так, я не могу понять, что это. Смотрите, арбузная свежесть. Давайте же попробуем арбузную свежесть.
насколько она свежа. Арбуз наш свежесть. Жвачку мы тут положим. Так, арбузная свежесть. Смотрите, вот она. Давайте же ее достанем. Так, давайте, доставайся. Вот такая, давайте попробуем. Нормально. Ну, это так, себе ментос лучше. Это такая. Ей можно поставить только 6. Не очень. Короче, ребят, сейчас я скоро вернусь, потому что выплюну жвачки. Так, ребят, я выплюну все жвачки. И вот наши жвачечки. Короче, это примерно 16 баллов. Мини 16 баллов. Самое хорошее из мини это вот это. Сейчас мы положим их тут, чтобы лежали, красовались. Или, например, не знаю, сюда лежать, красоваться. Вот, это пока что маленькие. Сейчас пойдем за побольше. Так, где же наши побольше? Побольше будет. Все-таки что это побольше? Это, кажется, парилу больше. Тут две уже таких побольше. Это уже две шоколадки Милка. Одна с третьей. Вот такая вот с клубничкой. А другая пузырчатая, обычная молочная. Давайте же их пробовать, эти Милки. У нас еще много чего есть. Давайте попробуем сначала такую вот молочную шоколадочку. Смотрите, вот она. Сейчас. Опа. Вот наша шоколадочка. Давайте ее открывать. Так. Где же у нас тут открытие? Вот. Смотрите. Бам! Открыли. Вот наша шоколадочка. Смотрите, вот. Давайте же ее сейчас приоткрою, чтобы вам видно было, какая она пузырчатая. Давайте так. Довольно вкусно выглядит. Смотрите, вот такие вот пузырьки прям. Смотрите, вот так вот прям. Кайф. Давайте попробуем. Офигеть. Это вкусно. Очень даже. Шикарная шоколадка. Просто. Ставлю ей 9. Потому что она немножко такая темненькая. Ее мы можем положить на стенд наш, то есть на мой планшет. Планшету пофиг будет, потому что у него как бы защита. Дальше, клубничка. Клубничка. Давайте же клубничку откроем. Опа. Вот клубничка. Она немножко потаяла, но ничего. Смотрите, такая вот. Клубничка достаточно. Такая вкусненькая. Я и могу, не знаю. Да, вкусная. Нет, 10. Клубничка 10. Сразу говорю. 10 клубничка. Смотрите, вот. Две шикарные шоколадочки, смотрите. Получается у нас 9 и 10. 19 баллов. А что? 19 у нас баллов. Да, такие побольше кусочки. Дальше у нас идет. Это что-то у нас дальше там идет. Дальше у нас идет сок мультифрукт. Сейчас достанем красивенькую кружечку и нальем его. Подождите немного. Всем привет, ребята.
Я уже запутался. Короче, я принес эту кружечку нашу красивенькую. Такая вот. Смотрите, какая красивенькая. Сейчас мы нальем на нее сока. Сейчас буду открывать. Да как он открывается? Ай-яй-яй, сложно. Пока открою я. Ребят, еле открыл. Трудно было открыть, конечно. Сейчас давайте нальем сока в нашу кружечку. Смотрите, наливаем. Смотрите. Все, сок есть. Давайте его закроем пока что. Вот наш красивенький сок в кружечке. Цвет довольно хороший. Пока что сачок можем поставить тут. Конечно, он не протечет. Короче, на планшет не очень ставить. Сейчас скоро подойду. Так, ребят, уже я использовал не планшет с подставкой, а использовал саму подставочку нашу. Короче, сачок мы еще не пробовали. Вот наш сачок. Давайте его попробуем. Вкусно. Но немного кисло. Все равно. 7 баллов. 7 баллов заслуживает. И сок этого заслуживает. Эти 7 баллов. Смотрите. 7 баллов сок заслуживает. Кружечку мы убираем. Дальше. Что у нас дальше? Дальше. О, какой-то картошка десерт. Я не знаю, что это. Я тоже довольно знаю. Попробую. Тут упаковочка, все. Упаковочка. Так, в упаковочках. Смотрите. Давайте попробуем ее. Десерт картошка. Сейчас попробуем. Так себе. Обычная шоколадная конфета. С орехами. Все. Ничего обычного. И ей поставлю 4 балла. 4. Сок у нас 7. Это 4 балла. Просто 4. 4. Так себе. Дальше у нас идет еще больше. О, вот это хорошо. Орео, я не скирка. Короче, все, у нас Орео. Ура! Делаем распаковочку. Это шедевра вкусняшки. Давайте как. Как тебе? Ай. Автобус на Орео ездит, не знаю. Блин. Открывайся же ты. Все. Давай. Хомяк, тапайте. Тапаем. Опа. Вот. Смотрите. Ореошка. Давайте пока поместим. Вот, смотрите. Такая пачечка. Что же в ней? Орешки. Орео. Там 4 орео, кажется, внутри. Блин. Как открыть? Короче, ребят, резкое отключение было, не знаю почему. Короче, я открыла орео. Сейчас вот оно. Там 4 орео. Нифига себе. Хорошо. А нет, там даже не 4, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестерочка. Вкусная. Божественный вкус.
Божественный вкус. Просто 10 из 10. Просто божественно. Дальше у нас самое последнее, что в коробке лежит. Оно хорошо запечатано. Прям хорошо так. Коробка огромная. Просто, что это запечатано? Так, ребят, все распаковал. Сейчас снимаю ленточку. И показываю. Вот наша коробочка. Давайте. Это Чокопай! Чокопай! Какой же это? Какой-то фреш пай. Орео. Значит, тут клубника, малина. Вау! Хорошо, шикарно. Шикарно, ребят. Давайте же открывать эту пачечку. Открываем. Вот, open. Так. Все. Открыли способом. Нифига себе какой-то. Вот, смотрите, упаковочка Fresh Pie. Мне страшно, как он выглядит. Что? На раз, два, три. Раз, два, три. И получается на три. Значит, будем лопать. Не, лопать тоже не получается. А как? Опа. Раз, два. Он желтый! Ребята, он желтенький. Он прям как пирог. Смотрите. Интересненький такой. Давайте. Смотрите. Прям какой-то пирожок. Смотрите. Офигеть. Вкусно. Да. Я могу поставить 9. Ну, не так вкусно, но прям вкуснее. Просто пирожное ем. Божественно. Вот. Fresh Pie. Просто 9 ему ставлю. Короче, ребят. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик и писать коммент. Также напишите, сколько всего баллов вышло. Посчитайте. Кто найдет правильный ответ, на того подпишусь и лайкну. Короче, длинноножки. Всем бай-бай. Мамочка с вами прощается. Увидимся скоро, не скоро. Короче, всем пока, мои подписчики любимые. С вами была Мамилон Клэкс. И до свидания.